Итак, друзья мои, добрый день, вы на канале Блогермен. Как поменять, изменить, добавить клавиатуру на телефоне Android. Как видите, перед вами прям два телефона Android, и ну далеко не все знают, как поменять клавиатуру, да. Можно даже скачать какую-то новую, или уже которую вы скачали, установили, да. Можно ее включить, или стандартную, ну и так далее, что тут. Понятно. Смотрите, во-первых, я буду показывать на двух телефонах, потому что это Samsung, это Xiaomi. Ну, тут по-разному немного, и в принципе, если я покажу, думаю, на двух этих телефонах разных, вам будет более-менее понятно. Но если что-то непонятно, задавайте свои вопросы в комментариях, а мы с вами приступаем, как всегда. Ну, а вы не забывайте поставить лайк, чтоб стоял, чтоб у вас встал красный, и чтоб у меня красный привстал. Ну, это необходимо для того, чтобы, да, ну, вообще важно, чтобы стоял по жизни, да. Лайк. Лайк, ребят, должен стоять. Я проверю, встал ли у меня, и вы тоже проверьте, привстал ли у вас красный. И напишите, какого цвета у вас это. Зависит от индивидуальных особенностей YouTube, от версии YouTube. Вот у меня красный, у кого-то синий или серый встает. Итак, что мы с вами делаем? Давайте отправимся в настройки, во-первых, да. Идем в настройки, у нас есть два способа вообще найти желаемое. Ну, первый способ, это самый такой основной и самый приятный, это взяться за лупу. Схватиться за лупу, я хватаюсь частенько, по несколько раз в день. Вот так вот раз и схватился, видели только что, да? Я схватился за лупу, вот она. Почему это самый приятный способ? Да потому что он самый быстрый. Потому что вам не нужно все вручную лазить. Нет, конечно, вы можете полазить вручную. Сейчас покажу. Вот, допустим, идти расширенные настройки. Языки вот. Текущая клавиатура. Вот видите, от Xiaomi клавиатура сейчас стоит. А можно поставить Gboard. Это гугловская клавиатура, да? Можно изменить. Вот я уже показал. Так, идем взад. Еще раз идем взад. И вот здесь мы беремся уже за лупу. Вот это уже все, мы пишем, вот, ну, клавиатура пишем, ну, вот так вот, наверное, да. Язык и вот, видите, язык и вот, текущая клавиатура, все, то есть понимаете, да? А если не понимаете, то идем взад, я еще раз покажу, для чего мы взялись за лупу. Для того, чтобы не искать вручную, не искать, не лазить, не путаться и так далее, понятно? Все, текущая клавиатура. Видите? Меняем ее. Если хотите скачать какую-то новую, идете в Play Store и вводите там клавиатура. И там сотни клавиатур, наверное. Так, на Samsung. Ну, то же самое, вы уже, думаю, понимаете, да, что похоже. Ну, давайте так вот. Чисто логически, да, где это может находиться, как вы думаете, как вы думаете. А вот видите? В общей настройке, конечно же. И тут будут, конечно же. Смотрите, настройки клавиатуры Samsung. Тут у нас клавиатура Samsung, да, видно сразу. То есть, тут много всего. Я еще раз объясняю, для чего я всегда хватаюсь за лупу. Идем взад на этом телефоне тоже, беремся за лупу и пишем клавиатура. Клавиатура Samsung. Смотрите, и тут много-много-много всего. Видите? Клавиатура по умолчанию. Вот клавиатура Microsoft или клавиатура Samsung, видите? То есть тут тоже можно выбрать. Видите, я только что все вам показал, как вот это вот все стоит, да? Как стоит делать, как стоит оно у нас тут с вами. Привстала надпись, да, с клавиатурой. И выбираете, друзья, видите, это не проблема на Xiaomi, на Samsung, на любом другом телефоне. Это главное вовремя схватиться за лупу. Это самый главный рецепт моего счастья, да. Друзья, задавайте свои вопросы в комментариях обязательно, потому что по вашим видео я и снимаю видеоролики, ответы на ваши вопросы. Подписывайтесь на канал Блогермен и ставьте колокольчик, чтобы когда на канале Блогермен выйдет новое видео, вы его, соответственно, не пропустили. Также ставьте лайк, чтоб стоял, чтоб у вас, друзья, стоял, чтоб у меня стоял, чтоб у нас у всех с вами стоял. Хорошо, когда стоит лайк, а то поставите, и у меня будет стоять, и у вас будет стоять, у нас у всех с вами, ребят, будет стоять, и все будет отлично, все будет очень хорошо, должен привстать
красный лайк. А мы с вами, как всегда, безусловно прощаемся, но в то же время скоро, безусловно, и снова увидимся. Я желаю вам всего самого отличного, хорошего настроения, удачи и до скорого. Пока-пока.